Навукова-практычная конференция, присвеченная лесной господарце, прошла у Гомельском державном университете имя Франциска Скорины. Удельниками форума «Лесная господарка. Практика, наука, адукация» стали больше за 30 человек. Это навуковцы, доследчики, представники лясгасов и студенты. Сфера лесной господарки у докладах представлена с разных боков – науки, вытворчести, адукации, экономики и экологии. На пленарном посяджении и у секциях специалисты обмерковывали питание лесоупорядкования, узнавление насаджения, технологии вырошивания посадочного материала. Не застались без уваги проблемы аховы лесов, паляуництва и радиоэкологии. Дальше проведение наукового форума промерковано до 15-годия открытия УВНУ специальности «Лесная господарка». Наши студенты, они необычные. Они работают на территориях радиоактивного загрязнения, специфика определенная. И не все к нам сюда сейчас хотят, а мы именно выпускаем и готовим специалистов с учетом этой части. Еще хотел бы сказать, что практикоориентированность именно для наших студентов очень высоко сделана. Это не то, что мы рассматриваем сейчас в других регионах. Здесь у нас постоянно есть связи и с производственно-лесохозяйственными объединениями, и с научно-исследовательским институтом, который ведущий институт лесного хозяйства находится здесь. Институт являлся активным организатором данного факультета. Академик Ипатьев был такой, это его была инициатива. Наша Краневская экспериментальная база является базовой организацией, где они проходят производственные учебные практики. То есть это вот прямое соединение науки с практикой. Я хочу поздравить своих коллег с таким праздником. Здоровья им, всего самого хорошего. И, конечно, мы хотим, чтобы получать хороших специалистов от них. По выниках конференции будет выдаден электронный сборник материалов.